Дольсини. Здорово, Сибирь контролирует шайбу в чужой зоне. Ох, там Жайлаов пошел сейчас в разнос с Максимом Игнатовичем. И там на самом деле там такая массовая даже драка получается. Но это эмоции. Понятное дело, что Сибири очень неприятно проигрывать с таким разгромным счетом. И вот там сначала Игнатович схватился с Жайлаовым. Теперь уже... И смотрим, кто там был инициатором. Инициатором был Жайлаов. Его положили на лед, а Жайлаов ударил Максима Игнатовича. Кстати. А почему? Ну, кстати, Делман неправильно себя повел. То есть, понятное дело, защитить партнера и все дела. И действительно, Игнатович в разы больше Жайлаова, но все-таки вдвоем на одного.